Энергетики Беларуси полностью устранили последствия вчерашнего сильного ветра. По стране было обесточено 334 населенных пункта, 43 сельхозпостройки и более 1000 трансформаторных подстанций. Благодаря аварийным бригадам отключение электричества устранялись оперативно. К счастью, из-за непогоды никто не пострадал. А уже завтра синоптики прогнозируют в Беларуси слабые заморозки до нуля, минус 2 по юго-востоку.